Приветище! Мы находимся на ферме слаймов, и сегодня у нас чудесный с тобой день. Чудесный, прям причудесный. Смотри, что у меня здесь есть в наших апгрейдах. Хопана! Взломщик сокровищниц МК-3. А это означает, что сегодня мы отправимся с тобой в тайники Копса и будем открывать все сокровищницы, которые я ранее еще не открыл. Вот так чудо, да? Я сам в шоке. Но сперва, я хочу тебе кое-что показать. Смотри, сколько у меня здесь телепортов. Да, я тут сошел с ума. У меня тут, короче, теперь телепорты куда только захочу. Смотри, хлыбыщ. Не, ты это, только не смейся. Да, я сделал телепорт в лабораторию, потому что мне лень пешочком сюда бегать. И серьезно говорю, я замотался сюда бегать. Теперь я сюда, хопа, телепортнулся и уже в лаборатории. Чую, мастерю. А, кстати, погоди, знаешь, что я хочу? Смотри, сколько я плортов сюда натаскал, это просто пипец. Конечно, не всех, вот у меня розовые уже заканчиваются. Я, короче, что хочу? Я хочу сделать пружинный амортизатор, который мы с тобой в прошлый раз нашли. Смотри, вот такой вот, да? Сегодня мы с тобой поприкалываемся. Ух, приколюх будет. Да, заугараем. Значит так, изготовить. Также мне нужен кактус. Блин, дикого меда не хватает. Ай-яй-яй, как-то я что-то не подрасчитал к выпуску. Всего набрал, а дикого меда не набрал. Так, ладненько, сейчас мы махом раздобудем его. Пойдем. Че, я зря, что ли, столько телепортов намутил? Сейчас вот сюда вжих. И здесь у нас стоят вот такие... Опа. Вот это я забираю. И здесь у нас стоят вот такие вот пасеки. Огромные, гигантские. О, неплохо, как раз дикий мед. Собираем все это дело. Есть у нас еще одна с тобой пасека. Вот тут. Это тоже собираем. Здесь побольше дикого меда. Ну вот, я думаю, что все, дикого меда нам хватит. То, что надо. Я иногда, конечно, путаюсь в своих телепортах, иногда не туда захожу. Так, нам сюда. Вот, дикий мед туда вкидываем, желейку вкидываем. Итак, пружина есть. А, так мы же ее сделали, блин, пружину мы сделали. Я хотел тактус сделать, вот он, тактус в горшочке. На него можно закидывать слаймов, и они будут на нем висеть. Вот мы это сейчас с тобой проверим. Изготовить. Все, в принципе, вроде бы все. И также мы с тобой еще сделаем вот такую вот модную булавочную капсулу. Изготовить. Так, а почетное место... О, у меня индиговую монету. Сейчас будет не беда. Так, куда же я индиго... А, вот, вот этот телепорт. Да, этот телепорт ведет у меня вот сюда. Сюда мне тоже лень бегать, так что не ругайся. Я ленивая жопа. Вот. А здесь я добываю индигум. Индигум где-то у меня. Блин, тут на самом деле... Вот он, индигум. Ну, все, наконец-то все ресурсы собраны. Почетное место слайма номер один изготовить. Есть. Так, значит, вначале мы с тобой найдем место, куда бы разместить почетное место номер один. У меня тут вообще мест нету. Так, ну значит, наверное, сюда. Или нет? Давай вот сюда. Во. Где курятник? Почетное место рядом с курятником. Не-не-не. Давай вот сюда вот. Чтоб оно вон туда, на всех слаймов смотрело. Вот, почетное место номер один. Изготовить? Готово. И знаешь, кто у нас здесь будет? Сейчас я тебе покажу, кто у нас будет. А ну иди сюда ко мне. Нет, конечно же не этот Ларго. Будет другой. Но я хочу попробовать его сюда затолкать. Иди сюда. Есть. На первое место напялили его. Как он подсвечен, как он крут. Ой. А теперь берем какой-нибудь другой плорт. Например, медовый. И делаем монстра. Это типа зловещий смех. Кушай. Е-е-е! Лучший из худших. Вот так вот у нас теперь вар есть. Жутковато, конечно, немного на ферме стал, но что поделать. Ну а теперь следующий шаг. Ставим булавочную модную капсулу. Вот так. И пробуем туда поместить нашего вара. Иди сюда. Не, это бесполезняк, слушай. Ой, что происходит? А ну иди сюда. Давай я обратно тебя помещу. Вот, сиди здесь. Да, обидно, конечно. Я на него хотел булавочную модную капсулу надеть. Тогда надо эту капсулу переместить. И ставим ее вот сюда. Ребятульки, поскольку вы у меня были одни из первых, идем-ка наряжаться. Это мои самые первые слаймы, которых я только завел. Ты только посмотри, какой-то джентльмен. Так, джентльмен, удачи, иди сюда. Возвращайся к своим собратьям. Джентльмен у нас будет всего один. Хотя, какого? Будут все. Идите сюда, ребятульки, сейчас мы вас нарядим. Короче, вот. Все, кто с бантиком, это мальчики. Те, кто без бантиков, это у нас будут девочки. Вот, без бантиков, вот, например, да? Девочку оттуда прыгает.
А что, у нас одна девочка, что ли? На поселок. Нет, вот еще одна девочка у стенки трется. И вот еще одна. Короче, нормально. Так, Мюровый, ваша очередь. Пойдем. Красавый котейка. Вот я дурень. Ты смотри, что надо-то было делать. Берешь просто вот эту капсулу, засасываешь вот так вот. И потом просто вот так идешь и пуляешь. Хопа, хопа, хопа. Ну я деревня, а. Дожил. Так, а ну-ка, на вот этих вот спящих красавиц я могу надеть? Прикинь. У меня теперь пчелки на бабочках, точнее с бабочками. Пчелки на бабочках. Одевай свою бабочку. Ну давай, летай, летай, работай. Все, у меня теперь тут поляна, точнее поселок джентльменов. Вот. Дальше, следующий шаг у нас это. Пойдем проверим наш кактус. Кактус я размещу. Размещу вот здесь. Кактус установлен. Теперь берем просто вот этих слаймиков. Вот, красава. И просто сюда... А, погоди, установка, чё не так? Давай подойдем. Я же вроде нормально установил. Короче, я так понял, нужно подождать минуту 25. Пойдем поспим. Во, реально, кактус все, вроде бы установился. Теперь давай попробуем залепить его просто этими розовыми слаймами. И-и-и, вот это приколюха. Сейчас по кругу. Вот. Кактус розовая ромашка называется. Снизу тоже прилепим. Так, еще одного не хватает. Блин, они все разлепляются. Ну что это за дела вообще? Так неинтересно. Я думал, они тут до скончания своих дней будут висеть. Эх. У нас с тобой еще остался батут. Надо его куда-нибудь пришпандорить. Давай вот, например, сюда. Опа. Вар куда-то исчез. Наверное, сдулся. Ну, капец. Наш пружинный амортизатор. Вот такой вот. Блин, он тоже устанавливается. Да что ж такое-то? Ладно, пойдем поспим. Если нужно поработать, просто иди поспи и все пройдет. Огонь. Так, где мой пружинный амортизатор? Идем сюда. Проверяю вначале на себе. Встаем. Воу! Прикольно! Ну, кстати, он не так высоко поднимает, если честно. Так, а если я сюда сейчас бомбану слайма? Давай-ка. Оу! Полетели. Прикольная штука. Пошли-ка мы купим сейчас апгрейд нашего взломщика. Наконец-то. Между прочим, чтобы этот взломщик открыть, нужно выполнить одно достижение. Смотри. Во. Никогда не прекращай творить. Создай 100 устройств слайма науки. И только тогда тебе дадут вот эту вот взломщик МК-3. Ну сейчас покупаем этот взломщик. Есть. И пошли открывать тайники Гобсона. Вот он, этот тайничок. Наконец-то, сейчас мы его с тобой откроем. Заходим. Так, жалко, конечно, что золотые слаймы здесь больше не появляются. Так одиноко здесь. Ну что ж, я предлагаю вначале начать вот с этих вот, которые кучкой лежат здесь. Открываем. Воу-воу-воу, сколько золотых лордов, ничего себе. А здесь? Ты просто глянь, сколько их. Очуметь. Быстрее, 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 быстрее. Собираем все это, а то исчезнет, не дай бог. Сколько золота. Чувствую себя какой-то вороной, которая повелась на золото. Вороны, кто не знал, очень любят блестяшки. Но это научно не доказано. Так, давайте больше, больше золотых плортов. Итак, открываем последние два. Что у нас здесь? Тоже плорты золотые. Давайте, вываливайтесь. Блин, как они прикольно вываливаются. Значит так, в этом тайнике было 120 золотых плортов. Вот. Первый тайник мы с тобой уже обчистили. Теперь направляемся ко второму, который находится на острове. И вот он еще один тайничок. Заходим. Как здесь темно и мрачно. Где же наши танечки? О, слаймиков сколько попадал. Ты помнишь это место, да? Помнишь, помнишь, конечно. Тут фальш-потолок был. И... Ай-ай-ай-ой-ой-ой, больно, больно, больно. И из этого фальш-потолка вывалились вот эти злобные слаймы. Ага, надо очень аккуратненько открывать все тайники. Так, тут у нас вываливаются тоже золотые плорты. Ой,
Ой-ой-ой, кажется, я сейчас в нокаут улечу. Это очень плохо. Так, взобрался на безопасное место вроде бы как. Попробую отсюда собрать. Кажись, это дурная идея. Прыгаем, пока их тут нету. Собираем. Кстати, на удивление, в этом тайнике почему-то оказалось 140 золотых плотов. Интересно, сколько же будет в последнем тайнике Гобсона? Смотри, у нас тут вары появились. Как ты думаешь, сидят они золотой плот или нет? Давай попробуем. Ну-ка, лови. Не, не съест. Тогда убираем наш плот-маркет. Подобрать. Сейчас меня, походу, куснет вар. Валим, валим, ой-ой-ой. Сейчас я их всех во льдой оболью здесь. Итак, отправляемся к последнему, третьему тайнику Гобсона. Последний тайник Гобсона. Интересно, сколько там будет золотых плортов? Так, открываем. Чё, один плорт выпал всего, ты прикалываешься что ли? Да, забираем. Тут же, знаешь, эта стенка была вот эта закрыта. Вот этой кнопкой. Мы-то уже с тобой знаем, что там за стенкой спрятано кое-что. А тут такой новичок подходит, открывает этот сундук сокровищный и думает, о, тут сейчас, наверное, с него одного-то там сразу 100 плортов выпадет. А тут, ага, фиг тебе, фигушка с маслом. Один плорт золотой. И если он не знает, он просто такой разочаруется и уйдет. Но мы-то знаем, что здесь тайник. Вот, открываем эти дверки и идем туда открывать все эти... Ух, сколько их тут много-то, а? Сейчас тут будет просто фейерверк. Праздничный фейерверк. Надо только по-быстренькому их открыть. А, стой, стой, стой. Тут водопад, тут вода. Золотые плорты могут упасть в воду. Надо проконтролировать эту. Ух, сколько их тут, смотри. Блин. Все-таки несколько плортов, видимо, упало в эти вот стоки. И это, ну, печаленько. Значит, получается, здесь, наверное, было 150 золотых плортов. Из них я профукал 7. Ну, ничего страшного. Невелика потеря. Ну что, товарищ путешественник. Вот мы и прошли с тобой весь Слайм Ранчер. Ну, или по-нашему говоря, ферма слаймов. Здесь больше нечего делать совсем. Тайники мы открыли, золото забрали. Получается, это был крайний выпуск. Но есть еще шанс, что выпустят обновление, которое придаст реиграбельность этой игре. Так что ждем это обновление. Ну а на этом пока с фермой слаймов все. Если тебе было интересно, то не забываем ставить лайкосик, а также писать комментосик под вот этот видосик. Ну и подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосиков. Ну и, естественно, обновление фермы слаймов. А оно точно будет. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе всех благ и удачи, покеда, и, как говорила Моти, чао-какао.